шел 1963 год. В мире правители гремели атомным оружием, как сейчас примерно. А на советском Ленфильме сняли сказочное кино про атомного комара. Представьте себе сказку про атомную бомбу. Фильм сделан по всем канонам сказочного жанра. Красочный, яркий, с бродячими музыкантами, принцессой, любовью и палачом. Но также с королем, слугами и придворными, включая придворного ученого, между прочим. И вот этот придворный ученый, миролюбимый человек на самом деле, изобрел атомного комара, который может незаметно пронести ядерный заряд огромной силы через любую границу. Это невозможно пересказать, это нужно видеть, особенно сейчас. Очень современный фильм. Да разве это искусство взрывать людей? Да. Ну а что, если этот комар сядет на женщину? Или еще того хуже, на кормящую мать? Ну что тогда? Кормящая мать – это не женщина, а военный объект. Ах, потому что она выкармливает будущего солдата. Как только они это поймут, мы внедрим в них нашу культуру и наш каинский образ жизни.